Представьтесь, пожалуйста, кто вы, вот как вас зовут и какие ваши результаты по применению клеточного питания? Я врач-акушер-гинеколог. Пришла я сюда не как врач, а пришла как на здоровье, потому что, я же говорю, с возрастом у нас только прибавляется, а не убывает. Поэтому я пришла сюда, ознакомилась и сразу же подписалась. Получила кедровитин, диковитин и нулен, диковитин радиопротектор, так как мы все сейчас в современное время все заняты. То есть у каждого есть телевизор, сотки, без этого никакая работа не проходит. Хотя нам говорят, это безвредно, а фактически идет излучение соток от телевизора, а потом врачи работают с УЗИ-аппаратами, рентген-аппаратами. Все они какие-то излучения, мы какую-то дозу все равно получаем. Поэтому я решила оздоравливаться и одновременно профилактировать, потому что, я же говорю, у нас букет болезней, а есть еще и скрытые болезни, которых мы еще не знаем, они только-только рождаются, или, возможно, у нас говорят латентно, то есть бессимптомно текут. Поэтому решила попробовать. Тем более это не БАДы, не лекарства, а клеточное питание. Тем более, когда наши клетки, мы же знаем, что мы, наши клетки все равно недополучают то, что им надо. То есть они не могут справляться со своей работой, так как они недополучают необходимые элементы. Микроэлементы, ферменты, витамины. Поэтому решила попробовать. Кушаете сколько времени? Кушаю уже 2 недели. Но у меня тоже нормализовался сон. То я не могла до 4, до 5 часов утра не, могла не спать. У меня периодически неделями идет бессонница. А вот с момента, как я начала принимать, у меня нормализовался сон. То есть я строго засыпаю где-то в 11-12 часов и до утра сплю беспрерывно. Кроме этого, я взвесилась, у меня было 57 килограмм. Сегодня я взвесилась, у меня 56,5, то есть 500 грамм. Я не знаю почему, но я... Убрали. Убрала.